Всем привет! С вами Вика из блокнота, и я расскажу вам о погоде на ближайшую пятницу и выходные. 9 июля на территории Ставрополя ожидаются небольшие осадки. Температура воздуха составит 26 градусов. В субботу будет также плюс 26, возможен небольшой дождь. А в воскресенье выглянет солнце, столбик термометра сохранит свое постоянство. Будьте в курсе погоды и новостей вместе с редакцией «Блокнот Ставрополь». Всем хороших выходных, пока-пока!